Новый вид публичного мероприятия «Резонирующий осколок» можно встретить в нескольких локациях мира престола Саватун. Вы наверняка уже натыкались на него. Когда ивент начнется, появится резонирующий осколок, который нужно провести по маршруту. Чем-то напоминает режимы с сопровождением тележки из Overwatch или Team Fortress 2. Вам нужно оставаться на определенном расстоянии от осколка тачки, чтобы он двигался. Зона очерчена оранжевым кругом. Можете следовать рядом или катиться верхом на нем и отстреливать врагов. Ходу осколка будут мешать заграждения противников, которые нужно разрушать, разбивая небольшие якоря, создающие заграждение. Чтобы активировать героический тип мероприятия, вам нужно кидать в него релики, которые остаются от некоторых убитых противников. Их нужно как можно скорее подобрать и бросить в осколок. Если вы не будете подбирать орбы оперативно, они в конце концов пропадут и героик активировать не получится. В среднем таких реликов нужно вкинуть около 6-8. К сожалению, делая с рандомами этот ивент, посчитать точно не удалось. Чтобы бросить релик, нажимайте ПКМ на мышке или стандартную кнопку броска на геймпаде. Если вы сделаете все правильно, то на финальной платформе тележку накроет куполом, и вам нужно будет ее оборонять непродолжительное время. Еще один небольшой совет. Не толкайте телегу слишком быстро. Лучше отходите от нее, когда видите новую порцию мобов, потому что поиск релика может занять какое-то время. Его маячок не так хорошо заметен, как хотелось бы, а если вы будете постоянно двигаться осколок вперед, то вы просто не успеете вкинуть достаточно сфер для героика. Героик мод дает больший прогресс в контракты, больше опыта и, возможно, больше синьки. Но это не точно.